Праздник и радостный, и грустный одновременно. Волнительный и для школьников, и для их родителей. Нашу гимназию пятую заканчивает третий мой самый младший сын. Годы учебы были прекрасными, веселыми. У нас были очень хорошие учителя. Заканчивает школу моя вторая младшая дочь. Здесь же училась моя старшая дочь. Школа прекрасная. Специально сюда отдали и вторую девочку, потому как прям славится школа. В этом году из гимназии номер 5 выпускается 40 11-классников и 107 9-классников. Ну а всего в Сочи 2300 выпускников. И глава города, выступая на линейке в 5-й гимназии, обратилась не только к хостинским, но и ко всем выпускникам курорта. Вам предстоит принимать серьезные решения, определяться с дальнейшими жизненными ориентирами, выбирать вашу профессию. Школа дала вам надежный жизненный старт. Самое главное – не растерять, а приумножить полученные знания и, конечно, с уверенностью двигаться вперед. Безусловно, оставаться при этом патриотами родной страны, родного края, родного нашего города. А после того, как прозвенел последний звонок, выпускники вместе со своими классными руководителями отправились на заключительный в их школьной жизни урок. Ну и, конечно, не обошлось без фотосессии.